В третье воскресенье октября в Якутии отметили День матери. А сегодня наша телекомпания стала местом проведения специальной экскурсии по случаю празднования Дня матери, в которой приняли участие мамы сотрудников НВК «Саха». В этот день они прошлись по зданию компании, воочию увидели, что происходит по ту сторону экрана. В каждой телестудии мамам рассказали о структуре программы, о постановке света и камер. Это со школы было вот какое-то такое стремление. Она хотела быть журналистом. Интересно ее смотреть по телевизору. А так сложности я не вижу, чтобы она мне какие-то создавала своей работой. Думаю, это все равно идет как от поколения зависит, как воспитывали, допустим, своих детей. Также свои дети будут воспитывать своих детей.